вроде потекли. О, да. Я прям чувствую, как это потекло. Да. Здрасте. Дру. Всем дру, ребят. Дров. Да. Мы рады вас приветствовать на нашем Beach Swag VIP постразборном эфире, посвященном забытой классике битэма построения Golden Axe. Вот. Ахе. Мы, да, мы сегодня попробуем поиграть, в общем, по сети. Скорее всего, это продлится минут 15, судя по тому, как стабильно это все дерьмо работает. Но после этого уже тогда я перейду полноценно с чатом разговаривать, а Вася продолжит дальше. Вася басбустит. Отлично. Сейчас пиши еще, кто конкретно. Нет, похоже, что ты. Сейчас я потише тебе сделаю. Чуть-чуть так поговори. Ну, The Lord of Darkness, Dark Guild, who should have been imprisoned in... Не успел дочитать. Все вроде. Нормас. Сорян. Да. Теперь нормас. Скажите, сейчас лучше стало? Да, пишут, что лучше. Отлично. Васю, тише, сами думайте, какого. Ну, блин. Ну что, попробуем, что ли? Наверное. Ну, давай, попробуем, да. Значит, ворваться, да. Угу. Играем с эмуля? Да, конечно, играем с эмуля. Естественно. Вот. Так, даже при большом желании даже мы с Васей не могли бы играть с одной консоли. Ну да. Ну при большом желании ты мог приехать ко мне. Ну да. Что-то такое. Ух, латенси, конечно, солидный. О, да. Латенси вообще. Похоже, это продлится меньше, чем 15 минут. Да, я так, да, предполагаю. Да. Так, давай, добивай, я знаю. Ты что, слышь? Ну, мы как минимум попытались. Да, онлайн запустить. Не, мы можем попробовать еще раз. Я попробую уменьшить латенси, конечно. Ну, как бы. Да. Да. Интересно, чат, а вы вот посмотрели разбор полетов, а вы вообще играли сами в этот Golden Axe? Вот просто интересно. Ну, или в другой Golden Axe. Да. Или вообще в Golden Axe. Да. Еще два Васи под пивайси пишет Диктор Рыбин. Привет ему. Ай-ай. Мне тут наваляли. А, воу, да. Это я нечаянно не то нажал. Заметь, насколько, блин, здесь красивее все эти вот добивалочки. Да. Тут какая-то хоть движуха есть. Угу. Я на самом деле ее более унылый помню, если честно, вот Golden Axe в свое время как-то. Да. Я еще видел сравнение вроде с аркадным вариантом, там она, ну, по крайней мере, первая часть, она там прям лучше, вроде как на аркаде. Ну, как всегда, знаешь, типа на аркаде много чего было лучше. Там, ну, да. Всякие... Сплаттерхаусы были лучше на аркаде, угу. И же с ними. Но первый Сплаттерхаус, он только на аркаде и вышел, кстати, первый. Не, погоди, его ж потом портировали. По-моему, нет, по-моему, он был только на этом, на аркадах. Не. Первой части. Не, по-моему, нет. Как там, да? Sorry, sir, fuck you, sir. Я с вами не согласен с вашей точки зрения. Так. Что, видел? Увы, не видел, когда Sega была. Ну вот у меня, типа, тоже никогда в детстве не было Sega. Вот, поэтому я какие-то игры с нее там играл, и Червяка Джима, и в Контру мы играли, даже в хардкор, я ее прям очень хорошо помню. Вот, но я никогда не фанател от игр Sega, то есть вообще, блин, меня уже завалить успели. Васян, что с донатами? А у нас, скорее всего, этот, премодерация донатов идет. Это мне надо... Так, защищай меня. Я давай. Не, могу паузу нажать тупо. Нажми тупо паузу. Давай. Если первый Сплаттерхаус вышел на аркадах, то во что же я играл? Так, ща, погоди. Ну, а по мне, так самый крутой был третий Сплаттерхаус, потому что там уже и перспектива появилась, можно было по разным комнатам дома ходить, это прям было дико круто. Сейчас эти...
Что я играл на Sega Mega Drive, разборную немного начинал играть, но быстро забил, потому что она оказалась какой-то странной, и у меня появилась Brutal Legend, в которой я залип надолго. Сука. О. Спасибо большое, Небагет. Спасибо, спасибо, Небагет. Бас бустит, Васян, всегда с вами, ребят. В этом мире, есть, видимо, осталась только одна стабильная вещь, это бас бустит, Васян. Да. Так. Сейчас, короче, босс, смотри, еще покажу. Давай, мочи. Ух. Какой же все-таки говночип был у Сеги, господи, именно звуковой. Блин, вот это мне навесили. А, я могу еще? Да, можешь еще. Гачи... Я просто думал, что сразу третьего уровня. Что-то гачимен пришел. Да, ёпа мать. А, у меня нету бутыльков уже, да, все, я же их все кончаю. Давай я еще раз сделаю. И что Василиса Русяевна справляется отлично. Василиса Русяевна как раз-таки ничего не делает. Василиса Русяевна отхватывает от огромного гачи мужика. Ну, не сиди. Эй! А, нет, это я нет. Тебя, сори. А что не третья часть спрашивают? Третья тоже у нас есть в планах. Да. Не переживайте. Кстати, заметил, что игра перестала кашлять. У меня она, по-моему, все равно кашляет. У меня, по-моему, нет. У меня вроде нормально работает. Оп. Ты я заберу. Так. А что ты не бьешь никого? А я же молодец. Я думал, это катсцена пошла. Ой. Сори. Ай! Да блин! Все нормально. Во, видишь, карта есть. Да. Движемся, я же говорю, это клево. Хотя бы понятно, да, то есть куда, что, как. Потому что в том, вот в этом Golden Axe, который на Xbox, да, он там просто ни хрена не понятно, где что происходит вообще. Просто ничего не понятно. Ну, собственно, как мы показывали, там переход в подземный мир происходит просто. Просто он просто происходит, он просто там появляется. Ну, я так понимаю, это же, вот это же героиня, которая из первых трех частей. Ну, по идее, да, я не уверен, что там есть какой-то лор, это все связывающий, но... Блять. А, я понял, как сделать штуку второго уровня. Опс, сорян. Эй, не бей пацана. Блин, о, Бестрайдер начался. Оу. Что новые ведущие на ретро-реквесте спрашивают, Вестендер. Да ёпам! Вы тут главный у нас ретро-мужик теперь. Именно... Блин, я взял... Нормально, нормально. Я все равно плохо в ней играю, нормально. Кого, в книжку? В книжку, да. Так, ну вы же по-любому оживете, а? Давайте, вот мы не будем притворяться, будто вы тут просто так лежите, пацаны. Ну, может быть, это все-таки декорация, Вася. Ну, что ты вот так сразу? Да. Анусы в декорация. Декорация МАС. Уж старт только не давай. Сейчас, по-моему, чувак должен... Или, блин, я вот не знаю, вот досовские отличались версии или нет? По-моему, да, что-то там тоже были какие-то отличия свои. Потому что я помню, что там были чуваки такие, типа, ну, рыцари прям, большие, здоровенные, с мечом, щитом... Вот, как вот гачий мужик высокий, только вот рыцари прям. Бля, она так смешно бьет мечом в прыжке. Может, бесплатный ретро-реквест. Ну, вообще платный, можете там это... Да, там ссылочки там есть всякие. Если вам, типа, нравится разбор полетов, там вот это все, пацаны, знаете. Да. Пишут, всем привет, Русяич, здорово, второго, увы, не знаю, а что по поводу игры Легенда с PS1, это же тоже вроде как золотая секира. Нет, Легенда, Legend это не Golden Axe. Legend вообще делали, по-моему, несколько человек, там, 5 что ли всего. И Легенда выходила изначально на Super Nintendo, потом она была на PlayStation 1. Её, по-моему, Golden Axe Legend или как? Нет, она просто игра называется Legend. То есть она тоже такой этот битэмапчик вот в таком же абсолютно сеттинге. Такое, знаешь, это как Golden Axe у Nintendo был, но его делали не сами Nintendo. Ай, тихо, сейчас смотри, чуть покажу. Угу. Ух. Ррр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 рr
И все равно все живы. Ну, это мощные, видишь, угу. Они красные. Если враг красный, то это все. Значит, Танус будет красный после встречи с ним. Ну, это как эти, как скелеты из Castlevania красные, неубиваемые. Упс, сорян. Ой, я тебя еще и убил. Да. А, вот, да, вот это оно. Ну, давай я тогда замучу. Надо было зажать кнопку. Да. Тогда, типа, там накапливается. Угу. Ну ты можешь, кстати, это если что еще. Давай я сейчас тоже. Давай я ты замутил, хорошо. Да. Блин, ну моей амазонки фигура очень даже ничего такая. Ну ты помнишь, как она в конце. Да, да, ну она же прям вот в этом, якобы вот в этом прям наряде и была. В конце. В рабочем, так сказать. Да, в рабочем, да. Такой bloody shit. А это моя фраза. Да, ты же дворф сегодня. Я всегда дворф. Forever дворф. Иди-ка сюда, мужик большой. Вот так. Есть. А у тебя сешка была в детстве, Вась? Не, у меня первая консоль PlayStation 3. А, так вот почему так Sony любишь. Все понятно. Ну не, знаешь, на самом деле я всегда просто смотрел. У нас у одноклассника... Я тебя не ударил. Ага. Да. У него была PS2. Ну, то есть у меня, точнее. А, зачем я это сделал? Добил. Да. Ладно, красиво просто. Ну ладно. Вот. У меня у друзей на даче были эти самые и Сеги, и Дэнди, и. Ага. И все на свете. Вот, но у самого не было. И я видел у одного там PS1, я там играл в Крэша и. Ага. И чуваку прошел до этого самого, до Nemesis Resident Evil 3, до первой встречи с Nemesis, после этого выключал. Вот. И потом у одноклассника была PS2, и он все время рассказывал, какие херенные там игры, рассказывал про God of War, рассказывал про Burnout, про это все. У меня всегда была мечта, типа, плойку, а потом я посмотрел ту самую презентацию Sony, где были Мотошторм, Killzone, я такой, блин, PS3, это просто единственное, что я хочу в ближайшее время. Это вот, там, где был Killzone Pre-Render, который, да, ты имеешь в виду? Да. Вот это все. Вот, и Heavy Rain показали, когда они сказали, что типа он эксклюзив для плойки, я такой, ну все, плойку точно понятно, надо иметь. Да. И я поэтому вот, только с третьей плойки познакомился с консолем и как-то захватило. А во что в детстве играл? В детстве в DOS. DOS игры. Да, замечательные. Принц Персии, Dangerous Dave, Doom. Ну, понятно. По поводу Дума, ну да. Давай. Я что-то не хвастался, короче. Мне наконец-то пришла коллекционочка, может, не знаю, мне больше. Да ладно. Давай, сделай. Сделай больше. Короче, пришла охеренная коллекционочка мне от Limited Run Games. Год, по-моему, я ее ждал, пока ее не делали из-за всех этих ковидных вещей. Короче, физкопия Дума на PS4, все дела, охеренная, клевая. Вот тут всякого хватает, типа дискета с шароварным думом, там стилбук есть этот самый, короче, брелок, да, брелок, и вот это вот тоже прикольная штука, короче, синий ключ, вот это прям такой прям металлический конкретный, он, то есть это не пластмасса ни хрена, это кусок металла, блин, мощный такой, но это да. Это все хорошо, но там еще я заказывал себе самую дорогую, короче, версию. Она вот в такой вот коробочке поставляется. Блин, как это охренительно. На самом деле здесь просто вот это диорама. Да, это офигенная диорама. Да, которая может, она, во-первых, трех, ну, она в три слоя тут сделанная, то есть там есть первый, передний, задний план и так далее. Самый прикол, смотри. Ага. Во-первых, вот так вот она делает. Ух ты! А во-вторых, кнопочка есть такая. Она еще музыку с первого уровня играет. Я 1М1. Да. Короче, охеренная штучка такая прям. Стоило всех потраченных на эту коллекцию. Просто вообще офигительно.
Вот, да, тут в чате пишут, типа, я хотел заказать такую же для свеча коллекционку, вот, ну да, не вышло, просто не вышло. Жаль, жаль. Но я что-то решил, Doom одна из моих любимейших просто и главнейших игр детства, я Doom первый прохожу раз в год минимум, вот, и поэтому, когда там появилась, я думал, потом думал, да блин, ну это, как можно отказаться от такого? Ты думал. Думал. Да, я подумал, но недолго. Теперь вот такая вот клевая штучка в мою коллекцию. Офигенно. Теперь, когда они мне Quake пришлют еще. Но Quake там пока в производстве. Ну, я думаю... Запустить можно? Может быть, может быть. Так, все, я вернул тебя в твой обычный размер. Ага, да, давай. Посмотрел, там никаких донатов не прилетало. Нет, пока ничего не было. Можем пока... Ну, там, видишь, там надо вручную их нажимать. А, ну мы можем потом посмотреть просто и почитать. Ну да, они, по идее, сами, если что, там спустя какое-то время будут играть, проигрывать. О, большие мужики. Господи, я же всего лишь хрупкая девушка с мечом. Блин. Ай. Слушай, ну да, все-таки... Контов у нас сколько? А три, по-моему, три. Вроде три. Да? Ага. Просто где? Да, там... у меня... А, да, вон, кредит один есть. Ага. Вот, кстати, одного столкнули. Ой, и второго тоже, да. Подожди, вообще, так она у нас... Главное самим не упасть. Главное самим не упасть. У нас получается три конта на двоих в итоге. Ну, вот, видимо, да. Общие конты, то есть. Угу. Ну, два я уже потратил, так что страдай. Бэ. Короче, все-таки та игра на Xbox, она все-таки больше ощущается как слэшер. Это нахрен не битэмап. Ну, да, понятное дело. Mm-hmm. Но, знаешь, типа, слэшер — это большой-большой комплимент. Ну, типа, да. Это комплимент, конечно. Ай, блин. Сейчас я не пропустил. Я за тебя там еще. Я там другого бил. Блять. Бэ. Это третий же левел, да? Да, угу. Вроде третий. Чё, сейчас отцы... Ай, ой, блядь, извини! Сейчас отцы игры всю игру пройдут за это, за полчаса. Конечно. Можно будет стрим заканчивать. Я, кстати, удалил с бокса ее наконец-то, этот Golden Axe. Вчера только сидел, думал, может пригодится, может все-таки мы в нее будем играть, и потом нет, наверное, мы в нее все-таки не будем играть. Нет, никогда больше. Я даже не знаю, мне по итоговым ощущениям Main Jack, блин, интереснее, чем... Типа, да. Все, я мертв? А, нет, я не мертв. А, что у меня магия не работает? Какого хрена? Зажми ее. Я зажал, и она все равно не сработала. А тебя ударили просто. Вот. Ну ладно. Так, ну это не боссы, да, я так понимаю? Не, это так. Это простые враги рядовые, типа. Ну, не простые, но такие, типа, неприятные. Да иди в жопу! Ты иди от меня. Так, я нам еще конт трачу. Ага. А, нет, все, нет, ты уже не тратишь, да? Хорошо. Да. Ну, как говорится, остаются сильнейшие. Ну, как всегда. Вот да. Они и остались, да. Вот они втроем. Да, вот они слева направо. Как же я люблю БТС. Ну-ка. Вспоминается та картинка, где девушка сидит на диване, да, сзади да. Несколько крепких да. Ребят. Один есть. Твою мать, да что же вы такие живучие-то? Бе! О, фига, я даже справился. А, это все-таки был конец уровня. Да, но это не босс так был. Ну, здесь вообще есть конты после смерти вообще? Имею в виду, то есть я сейчас, как если умру, есть конт, чтобы мы с тобой с этого уровня продолжили? Без понятия вообще, ты думаешь, я в курсе? Да. Крепкие гачи мужиков. О, встали. Ну да, видно. Кстати, хотел спросить, как вам весь этот антураж классического Power Fantasy, типа как Конан, чтобы все персонажи полуголые гачи-воители? Я в целом ничего против него не имею. Угу. Вот. Мне из последнего я делал два ролика и обзор про Shadow of the Beast. И там тоже такой. Ну там не совсем в
таком плане Power Fantasy, там скорее такая Dark Fantasy в большей степени, но похожая, то есть просто там людей почти нет. Вот, и вот такие вот как раз миры, блин, выглядят обычно очень клево. Проблема в том, что в Golden Axe и Bestrider они выглядят очень клево. Оно там, да, выглядит. Оно там выглядит точно не как Power Fantasy. Оно там выглядит как хрен пойми что, оно там выглядит как японская фэнтези. Больше. Блин, да что же у вас так? Да, кстати, если что, сразу афишу рисовал не я, да? Это вот какая-то фантазия русяища, короче, там изображена на ней. Я к ней вообще отношения не имел никакого. Не знаю, мне очень показалась поза вот нашего воителя, воина, очень на этого, на доги похожая. Вот. F. Класс F. Да. Ну, нам F. Ну смотри, у меня стрэнг ты-то больше. Больше, да, ты больше навалял. Никанвар, спасибо за подписку. Спасибо, Никанвар. Да. Так, да, окей. Больше. А, все-таки с самого начала. Все, три конта на всю игру. Видимо, да. Угу. Может, в опшенах что-то есть? Давай посмотрим. Да, есть. О, difficulty easy, лайфметр, ну-ка, больше ставь. Давай-давай, до максимума его. Все, это максимум 5. Все нормально. Все, сейчас, короче, затащим. Посмотри. Давай, да, вообще на изи прям сейчас давай, будет. Давай, все. Изи сделаем. Так, давай. Где мой двор? Вот, есть же, блин, в играх, вот даже в старых играх есть нормальные уровни сложности. Да, не то, что это в вашем Dark Souls, блин, кто это вообще придумал. Нормально для мужиков, короче. Ну. После завода прийти. О! Просто сейчас раскидаем всех. Вообще. Турбоварк, привет. Привет, смотри, как мы тут всех унижаем. Ну, вообще, мы просто идем вперед. А почему у тебя 6 магии, а у меня 3 всего? Это особенность моего персонажа, ну, интересная? А слушай, а скорее всего, они ведь тут тоже, правда, отличаются друг от друга. Добьешь его? Да изи вообще. Пишет, что в этой игре просто. На легком уровне сложности последнего уровня нет, если что. Для нас он есть. Да. Для нас последний уровень будет 4-й, все нормально. Дай. Блять. А эти книги это бутылечки, да, теперь местные? Да, да, да. Угу. Я удивлен, кстати, что в версии на Сегу здесь нету бегающих вот этих вот как раз... Гномиков? Гномиков, да, потому что в досовской версии, по-моему, как раз гномики... Не, гномики были в первой части. В третьем точно будут... Ой, блин, я не тут. В первой части гномики же были. Да и в третьей гномики были. Я не знаю, почему здесь эти черти. Может, какой-нибудь там опять европейский, американский релиз, типа. Ну, это американская версия. Европейцы обиделись, что там Квазимода какой-нибудь там обижается. Или... Слышь. Ну, давай я тоже это, заюзаю. Смотри, еще как все. Я уже РП будут игры 16-битных консолей, не знаю. Не знаю. Не, я бы на самом деле с кем-нибудь бы Contra Hardcore бы поиграл с удовольствием. Вот так вот посидел бы. Она прям вот... Я могу за мелкого чувака там играть, не всегда. А, нравится. Который Брауни, ага. Ну да. Я не знаю, кого зовут. Я всегда, видишь, за дворфов, за мелких чуваков. Не знаю. Это аж типа потому, что у меня нету комплексов неполноценности, да, я готов играть за персонажей маленьких. Да, я могу... Книгу отдал? Не, я могу нормально играть в этой игре только за мужика и за бабу. Лучше, конечно, за бабу, потому что у нее ноги там голые. А есть кто-то еще, да? Да, нет, там есть еще этот волк. Если следующая игра для РП будет на ПК, я тоже хочу поиграть. Но мы подумаем. Мы подумаем, да, мы пока еще. Ну ты там как своей большой секирой унижаешь, стоишь просто, я ничего не говорю. Вообще не говори. Это Golden Axe. Просто унижение пошло, да. Вот так. Не Голден, но как минимум Макс. Вот сволочь. Ну-ка встань. Это что за магия у него такая, а? Слышь, ты будешь умирать, нет? Ты отсюда. Так, а монстры не умеют, да, в прыжке его атаковать? Окей. Эти почему? Попробуй. О, видал, что я умею? Ну-ка. Я не понял, как я это сделал, но типа я сделал какую-то штуку. А я умею на лошади танцевать, да? Типа я какой-то... Как я сделал? Во, видал? Ага. Я не совсем понимаю, как это делается, но это... Во. Это вниз и... Вниз прыжок-удар. Ёп.
Вниз прыжок, удар. Да, одновременно. Ну-ка. Сейчас, подожди. Ой! Спасибо! Блин, извините! Опа! Так. Вниз прыжок, удар, ну-ка. Одновременно, наверное. Во! Прямо. Ага, опа. Получилось. У меня тоже есть прием. Просто с вертушечки. Я не попал, зато я красиво сделал. А, это просто прыжок, удар. Вниз можно нажимать. Просто прыжок, удар. Ага. О, как. Или нет. Да-да-да. Просто прыжок, удар работает. Или нет, или да. Работает, работает, работает. Нормально. А, блин. Вот тебе не стыдно тебе бить женщину, Вась? Я отношусь к тебе как к равным. Все хорошо. Ну да, у нас даже имена похожи. Какие? Magic и Magic? Да. Так. После вашего стрима накатила ностальгия. Прошел за час часть для игральных автоматов. А, понятно. У нас стрим еще не закончился. Да. Как это отпуск? Вообще легкая игра. Че говорят, что сложно это? Я тоже не знаю. Прям вообще на изи идет. Ага. Ну ладно, умер один раз, господи, на втором уровне. Нормально. Сейчас вон еще и магию применю. Смотри, как я, видишь, уворачиваю. Вообще, да-да-да-да-да. Как Нео, да, прям. Да что ты... Блин, я промахнулся. Вот так, я за тебя отомстил. Оо. Про что драк... А теперь... А где? Че, может кастануть на него? А, ты сам кастанешь. Я кастанул уже. Ага. Спрашивай, что дракон где? По-моему, в этой части нет дракона. А может есть, может тебе надо все бутыльки там накопить. Может быть. Все шесть. Я потратил всю магию, короче. Да, я вижу. Ай. Сволочь. Так, чай. Спасибо большое, Proudman, за подконсервы. А, консервы? Ага. Да, просто свертухи отправил. А тебя тут благодарят еще за страшно вырубай, ни разу благодарит. Пожалуйста, пожалуйста. Хорошо. Иди сюда, гад, ты сволочь. Вот так. Погреюсь. Ага. Так. Дракон на шестой магии, говорит. Да. Ну только не на шестой, а на восьмой. Ну да. Пишет, вот это поза у воительницы. Да, воительница здесь очень хорошие позы принимает, на самом деле, в этой очень игре. Очень воительная. Очень воительная. Блин, ты даже не встанешь, гад, вот. Как ее звали в этом... Ну, вообще, в принципе, как ее зовут, эту... Женщину. Думаешь, мне не похер? Нет. Ты целую игру за нее прошел. Вот, кстати, знаешь... Ты тоже. Ну, да. Знаешь, такое ощущение, что она... эта игра, именно она, как будто недоделанная. Ее выпустили недоделанной. Да не только... Не только она. Имею в виду то, что там, по-моему, там все-таки должно было быть несколько компаний за разных персонажей. То есть она вот... А, это? Да. Не, видимо, для сиквелов оставили, видишь, там же мы в эту самую, в мир этого должны прийти. Угу. Воителя. Ну да. В его земли, видимо, не в этот раз. Ну и никогда. Пишет, что Майнджек доделанный, значит, был... Вообще, да. Блин, извини. Майнджек был доделанный. То есть, насколько бы он не был говном, он был вполне себе доделанный. Вот, а это как будто, я не знаю, то есть ее прям вот ощущение сырости от нее. То есть ты намок? Да. Ну, естественно, за такую героиню там, ты что, играть, как можно не намокнуть. Амазонка Тайрис, вот да-да-да, Тайрис, ага, точно. Ёб твою мать. Иди сюда. Всегда удивляло то, что в первой части, типа, нет нормального мультиплеера, только дуэль и все. Как бы игра прям вот она напрашивается, чтобы там был мультиплеер.
О, давай. Ну, вот, видишь, во второй сделали. Ну да, дошло. Ну и давай, я кастану еще. Давай. Ну, сейчас нагнем их вообще на изи. Сказал я и тут же получил. Сволочь, отпусти. А, пишут, таким образом получается. Пишут, короче, таким образом получается, что 1 Вася и 2 Вася сокращенно 1 В и 2 В, ну то есть 1 Б и 2 Б. А кто конкретно из нас 2 Б? Скажите, пожалуйста. Могу тебе уступить. Ну, я, может быть, даже был бы не против. Может быть. Да. То есть ты еще даже задумываешься на счет? Пока еще да. А чё у меня стрэнг-то ниже твоей, я не понял? Ну, просто показывают, кто как бы отец игры, а кто только учится еще, то есть... Кто мать. Да, кто мать. Не, на самом деле, по-моему, оно просто показывает, типа, сколько нанесено ударов. Ну, типа, кто больше нанес ударов, я так понимаю это дело. Ну, я же явно больше. Ну, тут как посмотреть. Мне скидка еще то, что я женщина. Так мы вроде бы решили, что мы не делаем на это скидок. Но это ты не делаешь, игра-то делает. А, это старая игра. Да, просто старая, да. Слабенький дворф. Не, по-моему, кстати, дворф наоборот, он посильнее, чем амазонка. По этим, именно по... Конечно. По внешнему. Блин, она второй раз игра на этом месте закашляла. Тормоза не выдерживают компы. Конечно, видите, какой граф. Ну так сколько эффектов, смотри. Да, отцепитесь вы от меня, господи, меня убили. А, это мы только первый конт потратили. Конечно. Вообще игра на изи просто пройдется сейчас. Сейчас все будет, чатик. Блять. Сейчас все будет, сейчас. Я еще конт потрачу. Да, да, да. Блин, как они, короче, по-моему, все одинаковый звук издают, когда дохнут. Даже скелеты. Ёбаный в рот. Типа, насколько бы игра не была старая, да, она увлекательная. Я вот сейчас так сижу, я прям что-то как-то это, ага. Прям залип. Старые игры делались для людей. Да. А новые делаются для аудитории. Да. Мейнстрим, вся фигня. Не знаю, невозможно играть, лутбоксов нет. Пишут, ауф. Пишут, у меня на легкой концовке Golden X2 выдавал такой текст. ААББЦЦЦ. Ну, это, скорее всего, просто какой-то ромхак был пиратский. Китайцы, как обычно. Да-да-да. Обожаю Golden X серию, большой фанат. А как тебе Beast Rider Soul Sticker? Просто вот интересно, как фанат оценивает эту игру. Шоп есть, можно скины взять? Да, блин, что же меня убивают-то все? Это у тебя, у этого, у монстрюка такое, такая атака, или это какой-то суперудар у монстрюка? Или ты просто так рад тебя видеть, да? Нет, это у монстрюка такая атака. Ай! Блять. Блин, я хотел наоборот разбежаться в него. Прыгнуть со скалы? Вот так, да. Ай! Нет, конт! Наконец-то. То есть ты скачал вас разбор, но пока не смотрел. В свое время поиграл 20 минут и не смог дальше. Слишком другой жанр, пишут. По поводу Beast Rider. Ну... Блин, я зажал кнопку, какого черта? Зажми еще раз. Давай, да. Я так и сделаю.
Блин. О, как я, видишь, двоих сразу нагнул. Ладно, теперь меня нагнули. Двое. Двое. Так скажем, дабл пенетрейшн получился. Все, и что, просто вообще... в одну секунду раскадай. Все, вообще... все по таймингам просчитано. Просто. Зелененький, бейте, жизнь нужна. Угу. Блин, не да этого не зелененького, да. Да иди ты сюда, блин. О. Иди сюда. О, мы куда-то в город пришли. Ладно, нет, не в город. Это предпоследний, по-моему, уровень же. Не знаю. Ну, четвертый, здесь 5 всего, по-моему, левелов. Не знаю. Блин, а музыка классная. Двое. Сука! Говно. Спрашивают, пройдем ли мы ее до конца стрима. Я думаю, вообще на изи. Конечно. Конечно. Только так. Вы у кого спрашиваете-то? Блять. Просто дал? Вообще. Просто снял, да, с вертухана. Прописал. Удар ногой с разворота. Так. Блин. Давай-ка я их сброшу всех сейчас. Давай. Со скалы. Да. Вот так. Всё, вообще сейчас на изи прям. Еще и на монстрюках пройдем. Да, блин. Слезь с моего коня. Давай, все, погнали. Погнали. Блин, жаль, что он в этом. В. А как ты огнем дышишь? А это другой монстр. А, да? У него удар такой. Ага. Оп. Молодец. Сволочь. Блин, монстр убежал. Ну ладно. Спасибо. Всегда, пожалуйста. Обращайтесь. Блин. Ой! А что дают книги, которые вы подбираете? Они дают магию? Вот эту, да, вот, которую мы сейчас использовали. Ах, вы так, да? Давай. Фига, проходится вдвоем за 8-9 минут. Странно, что вы еще не добили. Ну, мы показываем просто... приемы разные. Вы насладились, да, полноценно, короче, типа, вот этим. Именно. То есть учим просто играть, да. Как бы, где вы еще поиграете, где вы еще посмотрите, как играют профи. Как-то, да. О. Видите, просто в один тайминг. Вообще. Да, это такое видели вообще? Это почти спидран по таймингу. Вам еще может показать такой, блин, скилл. Ребята, да. Ребята, спешите видеть. Вообще. Блин, я что-то казалось, что головы были. Нет, у этих точно не было. В DOS-версии. А. По-моему. Так, черт, меня навесили. Ты один остался, Вась. А, еще конт. Нет, есть. Конт. Да, да. Конт, да. Давай. Все, нормально. Была DOS-версия, ну, да. Я точно на ПК играл. Не-не-не, они официально выходили, и не только на DOS, по-моему. Там, она даже там на Спектруме была. Даже первая, по крайней мере, Golden Axe была на Спектруме, точно. Не знаю уж, насколько это был официальный порт, но... Блин. Но была, да. Слушай, я даже привык к этому латенсе. Ну да. Я только не понимаю, почему у меня иногда персонаж бежит, а иногда он не добегает. В смысле, почему он у тебя разбегается? Блин, сори. Не, ну в смысле, вот он иногда бежит, а иногда он делает буквально там один шажок, вот такой в беге, и успокаивается. А, вот это я вот, уже видишь, как сейчас. Ага. Да ё-моё. Опа! Красавчик. Если не читер, да. Иди сюда, гад. Вот. О, и все. Завалявший.
Congratulations. Все, мы прошли игру. Rupees will not come until you play and defeat the harder small. Это все для Legend. Да, такое. Это уже. Для трайхардеров игру прошли, короче, красавцы. Ну, вообще. Все, всем спасибо за стрим. И спасибо, да, что пришли, ребята, это было незабываемо. Сейчас вам Русяич немножечко еще покажет третью часть. Давайте поиграем, конечно, чего бы нет. Давай, а я пока буду с чатиком общаться. Давай. Пока никаких донатов не приходило. Все, я от себя отцепился. Давай, отцепись от меня. Уже отцепился. Я тебя сейчас на весь экран выведу, чтобы давай видеть, как у тебя там дела продвигаются. Кто знал, кстати, что гном в Revenge of the Dead Eddard падает вместе с ББЕГ с высоты и взрывается, поэтому в третьей части гном с костылем типа травму получил. Я ничего вообще нахуй. Я тоже не понял. Да. Ну, очень интересная история, чувак, блин, пиши еще. А, вот, слушай, гном с костылем, это ж был. Видимо, про это и речь. Только что стоял же. О, музло пошло, музло. Да нифига ты! Козел. Да и тут выглядит игра-то. Ну, намного круче, звук, конечно. Звук, правда, все такой же говенный, как и был на Сеге 16-битный. Там в некоторых играх был классный звук, но вот в этих они прям вообще говно. Злые вы, уйду я от вас, пишет Кедвин. Кедвин, вот ты единственный, ты нас не покидай, пожалуйста. Да. Можешь делать косплей амазонки еще. О, вот и гномики подъехали. Да, вот тут вот классические. Суки, блядь. Идите сюда. Очень сильно фанател по этой серии в свое время. Я даже писал прохождение для эмусайтов по трем частям. Прохождение. Mm. А, прикинь, также играл в дуэльку в четвертой части на эмуляторе аркадки. Вот она, хоть и геймплейно насыщена, но по аркадному зубодровительно не особо затягивает. Подожди, есть четвертая часть, да, Golden Axe? Не знаю, видимо, есть. А, точно, китайцы же на Денди выпускали. Я точно это помню. Да. Да. Да, Golden Axe versus Mario, наверное, какая-нибудь. Нет, там была просто какая-то, как просто тупо переделан этот главный экран, на котором было написано Golden Axe 4. Это я хорошо помню. Блин. Да. А как тебе, кстати, вот фильм Conan Варвар со Шварценеггером, Вась? Я сейчас, я его не помню вообще. Я его смотрел, может быть, один раз в детстве. И это не тот фильм со Шварценеггером, который я пересматривал много раз. То есть разные бывают. Разные были, многие я любил, но вот это не тот. Но самый плохой фильм со Шварцем, который я смотрел, то я помню, он, по-моему, называется «Подарок на Рождество», что ли, был. Блин, не, слушай, а «Подарок на Рождество», по-моему, вполне себе был прикольный. То есть это абсолютно рекламный фильм. Ну да. Где он там бегал и какую-то игрушку пытались на тнул, не знаю, только реклама была прикольная. Вот сволочь. Не знаю, мне типа как-то. Мне не понравился даже в детстве, он не особо. Типа, он мне казался каким-то слишком дешевым каким-то. Мне. Не понравилось в детстве. Какие. Да, надо их скидывать, этих чуваков. Ага. Такие разнообразные уровни, на телеге. Да, 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 да. Типа без иронии, вот. Очень круто. Гачи бабы еще. Угу. Тоже. Не знаю, мне. Я не помню, какой вообще. Плохим прям. Со Шварцем. Типа мне со Сталлоне многие не нравились. Со Сталлоне. Хотя тоже я не скажу, что многие там, например, мне не нравился, например, этот, хотя ладно, не нравился, я просто его, по-моему, толком не смотрел, Кобра. Кобра мне, наоборот, нравился в детстве. Он полное говнище, да, но это прям вот фильм моего детства. Ну вот не знаю, для меня Сталлоне, типа, были лучший фильм, это «Разрушитель», вот, который я пересматривать мог миллиард раз просто. Клёвый был, да. Великолепный, вот. Наверное, главный фильм его, который я люблю и обожаю. Ой, у нас туда донаты прилетели, смотри, короче. Сухо. При этом почему-то они даже без текста. Просто донаты. Странно. Вы что, просто нам донатите, ребят? Спасибо. Спасибо, Колосс.
Спасибо, Колосс, да, спасибо, Human Human. А чё вы просто донатите, ничего не пишете? Спасибо, Human Human. Вы договорились, да? У вас как что-то сговорились? Это какая-то проверка? Просто кинул немного. У меня стоит часть теплые новогодние воспоминания. Мы тогда купили новый телевизор. Огромный, цветной, широкоформатный. Но все еще ламповый, с огромной задницей. До плоских телевизоров было еще не скоро. Мне подарили новый Mega Drive 2. И мне в честь праздника разрешили подрубить консоль к новому телеку. Ну, только по праздникам такое можно было делать, конечно. Да, да, да. И первая игра была Golden X3, хотя я... В Сегу я играл уже давно, на старом Битмане и на черно-белом телеке, да. Ой, блин. Так, ну, куда вот, на, вот направо или вот вверх? Ну, давай вверх пойдем. А вот, вот, да, тут выборы уровней есть, то есть ты, типа, идешь в поле или нет. Блядь, гномик. У меня в детстве любимый фильм Сталлоне был «Судья Дредд». Засмотрел кассету до такой степени, что в один прекрасный момент она пошла... фактами, и часть фильма стала всратой. А у меня была видеодвойка, которая корябала, короче, пленку. То есть она, типа, доматываешь ее до начала, и она ее выплевывает и зажевывает. Поэтому у меня всегда начало кассет было зажевано. Вообще, всегда. Я таких проблем не помню. У нас был сначала видеоплеер GVC, он именно был, он назывался видеоплеер, маленький такой был прям. Вот, и он рвал кассеты, бывало, прям посередине где-нибудь. У него, похоже, то ли с балансом этих головок, не головок, а как эта хрень, бобин, короче, какая-то фигня была, то ли еще что-то, непонятно. Но он бывало, что рвал пленки. Да, бобищ. Так. О, магия. Хорошо, магии насыпали. Да повернись ты к нему, женщина. Да что такое, почему? Черт. Подожди, он своего что ли вшатал? Они здесь еще своих могут дамажить? Да вроде могут. Драки с дикарями, пустынные земли варваров, полуголые воители, которые бьют друг другу морды, мифические полулюди, полузвери. Думаю, после Бистрайдера надо сделать разбор полетов на Зина Клэш. Мы подумаем. Знаешь, вот этих вот тварей не любил, а они мне еще, знаешь, кого напоминают? Самых бесячих врагов в самой бесячей игре всех времен народов, Сириус Сэм. Там есть такие скелеты, которые вот бегают. Там, да. Как... на тебя и вот отсюда, как будто бы отсюда воспоминания. Есть, есть такие, да. Как ты говорил, если два парня шутят гейские шутки, значит сработают. Так вот, Вася ни шуток не чувствует. Ну, ты знаешь, где мы стримим, поэтому... Да, здесь не стоит. Может быть чревато. Угу. Может быть чревато. Твич... Твич не дает нам стать по-настоящему друганами. Я думаю, мы это еще исправим. Звучит очень вот провокационно. Да. Ну. Я бы хотел разбор полетов Red Faction Guerrilla. Недавно проходил на свече, последний месяц заставил платить. Блин, ну проблема в том, что Red Faction Guerrilla, она такая прям открытомирочная. Да. У меня с Guerrilla связано одно воспоминание. Как только у меня появилась PlayStation 3, а Guerrilla, я ее сумел подключить к интернету, тогда еще интернет был. Не алло, особо у меня. Вот, и у меня было всего две игры, это Uncharted и Motorstorm, которые я купил, на которые хватило денег, вот, и я полез в PSN и нашел там, типа, этот, демо-версию Red Faction Guerrilla, там была одна миссия, где там стоял какой-то, ну, надо было, типа, зачистить здание, убить всех, и ты молодец. Я, короче, ее перезапускал раз 50, просто потому что мне нравилось. Всех убивал, а потом ходил, там, взрыв-пакеты расставлял, взрывал это здание по-разному, смотрел, как оно рушится, кувалды убил и так далее. Блин, в этом, хотел сказать, в Mass Effect, почему, блин, в Mass Effect, во втором, да. В этом, в Red Faction вообще вот эта тема с разрушениями очень круто сделана, конечно. Всегда впечатляла, да, эта, да, эта фигня прям. Для своего времени очень крутая. Жаль, что серия как бы умерла. Сейчас бы, если бы серия была бы в руках разработчиков, которые действительно хотели бы ее развивать, а не просто пользоваться брендом, как там сделали с Армагеддоном, то я думаю, они бы какую-то опять бы новую бы систему разрушения бы замутили мощную и вообще. Кстати, видишь, там на барельефах стоят такие твари, они потом оживут. Вот они и ожили.
Это как в третьих черепашках ниндзя на Денди. Эти, да. Там тоже стоят такие статуи, типа они потом оживают. Вот и дракон, пожалуйста, вам. Игра с Сеги? Да, это игра с Сеги. Первую Red Faction, видимо, можно разглядеть на разбор, особенно участки, когда враги с рейлганами ваншотят через стены. Звучит уже очень-очень приятно, конечно. Вот. Но можно в эту сторону подумать. Кармагеддон делали те же люди, сейчас серия владеет THQ Nordic. Ну, делать-то могли бы те же люди, но подход... Как бы там... Блин, и деньги-то выделяет издатель. И... Да, и продюсирование, и все вот это. А, плюс к тому же, опять же, знаете, те же люди, это как в духе у этого было, у Кропката ролик про недавно БЧБ, или как угу. Back for Blood. Да-да-да. Который, вот. И там он типа то, что Turtle Rock сделала, короче, игру, там, Left 4 Dead Style, типа, вот, этот самый. Uh-huh. Спешите видеть, спешите играть. И он там сперва показывает тебе 40 минут, что игра говно, ну, типа, она там хуже сделана, чем Left 4 Dead uh-huh. во многих вещах, а потом он такой берет просто и показывает там интервью с Valve'ами, и там, типа, бывший работник Turtle Rock, теперь он, типа, работает в Valve, бывший Turtle Rock работает в Valve. А потом он берет, короче, типа, список всех разработчиков из Turtle Rock времен создание Left 4 Dead, mm-hmm. и потом такой, кто остался, и там просто 5 этих высвечивается, или 9 mm-hmm. от имен из 50, такой, все, кто остался. Ну, слушай, с другой стороны, типа, не обманули игра от создателей Left 4 Dead? Ну, да. То есть они, как бы, формально, они там есть. Так, а что, не высвечивается? Или высвечивается у тебя? Нет, ничего не было. Стоп, ну... Почему? А почему? Почему не высвечивается донат? Не понял. Ох, почему? 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 Вообще, будет ли следующее РФ, зависит, наверное, от успеха следующей СР. Ну, следующая СР тоже все тяжело, видишь, там как бы. Народ ее уже не принял. Ну да. Так. Ладно, я зачитаю донат, просто я не знаю, почему он не высвечивается. Давай. Полтора года опять Колосс пишет снова. Полтора года не донатил на StubGame, и первый вопрос про донат, а что без текста? Просто у меня нет вопросов к оперативу BNB или VNB. Да. Это ёп. Сейчас я попробую его еще раз, все равно. Давай. Приятно, что здесь уровни не такие большие, типа, не длинные. Не успевают надоесть. Ух, ё. Игра создателей и остальные сотрудники студии. Ну да, пошли мы нахер. Так, ща. Третьей части, ну, она типа раз. Only Solo? Нет, она тоже мультиплеер. Ну да, просто у нас все-таки подлагивает. Угу. Все. Задержка сильная очень, конечно, чувствуется. Блин, я не хочу тратить жизнь. Я вот вызову лучше... Наконец-то. О, Колосс, спасибо. Да, угу. Скажите, не думали в РП взять Дигенцити за кого-то? Нет, не думали. Предсказываю, что через 5 минут Вася выпечет вебку, чтобы... Ну, я просто очень слишком долго играю за Амазонку, и, ну, как бы, понятное дело. В продаже есть такой термин B2B. Продажи для бизнеса и организации перед ним появилось что-то новое. Ну, нет, там все-таки... Там все-таки B... 4B. 4B, да. B, да, то есть Back 4 Blood, а не mm-hmm. Back 2 Blood. То есть там... Там четверка, а не двойка. Но я знаю, что такое B2B. Mm-hmm.
Так, наверх или вниз? Наверх или вниз? Давайте наверх. Ты любишь сверху? Если... Да, я люблю сверху. Ну, все, тогда наверх. Назад 4 кровь. Да. Left 4 dead, это слева 4 трупа. О, началось. Сволочь. Ладно, хоть жизни восполнить успел. Блин, отпусти меня. To be or not to be. Как давно в донатах стоп-гейм запикивают, спрашивает Лядун. Ну, как-то там есть определенные слова, которые... Сочетание букв, которые нужно... Это так смешно выглядит. Интерпретировать. Вот. Да. Так. Вы еще книжку не писали. Книга тоже запикивают. Да, так что не удивляйтесь. Я после видоса Кроуката поставил снова лев, скрафтил Малгемот широкотанком, Snoop Dogg смокером и другими радостями, и каждая сессия в левку как трэш-парад стал. Ну тогда, ну... Блин, только я сказал, что типа хорошо, что уровни не длинные. Вот этот что-то прям очень затянулся уровень уже. Затянулся уровень. Угу. Так, один есть, хорошо. Тут и гаденыш. Я сегодня понял, что разборы полез в последнее время очень ламповые. Вот Вася Русяев вчера показал на своем стриме, что если нужен ролик про горение, можно, к примеру, Sonic 2006 взять. Вы не поверите, он предлагал Sonic 2006 взять на разбор, но я его остановил, сказал, пока не время для Sonic 2006. Я додавлю, Вася, я додавлю. Не волнуйтесь. Беда, виноват. Это будет эпично, я думаю. Окей. Но мне даже Sonic Heroes-то не понравилось. О, нет, ты знаешь, по сравнению с 2006-м Sonic Heroes, она прекрасная игра. Абсолютно прекрасная во всем. Блин, меня один удар, и я мертв. Ну, что поделать. Че это было сейчас такое, интересно? Почему она так встала? А, у меня есть кредит. А, можно есть. Отсюда. Может быть, слушай. Ой, у тебя 4 кредита еще. Да. Тебе еще играть и играть. Да-да-да. Да, блин. Достали. Угу. И сдох самый слабый, конечно же, да. Я вроде тех, кто тоже бил. Блин, меня прикалывает, как они перепрыгивают через мою подсечку. Огонь батарея. Возьми Sonic Adventure 2. Блин, а я Adventure 2 стримил или Heroes 2? Я уж не помню. Adventure... Или она неплохая. Что я стримил? Я стримил Hero или Adventure? Я уж не помню. Напомни мне, чё ты тогда продвигал? Второй Adventure нормальный. Угу. У тебя какие любимые игры в детстве были? Есть идеальная схема горения на РП. Да мы много чего уже брали. Я Адвенчур? А, ну я Адвенчур второй. Адвенчур мне не понравился. Кривой. Особенно, ну, конечно, кривой. Мне. Конечно. Это же игра Sega Dreamcast. Она обязана быть кривой. Да. Это нормальное ее состояние. Вот так. Adventure 2. Угу. Но вспомни, где Соник выпадал с вертолета на скейте. Угу. Это второй Adventure, да. Не на скейте, а на куске железа, блин. Да, даже. А, у тебя спрашивают, какие у тебя игры детства были, блин. О! Их было много. Любимые. Их было очень много. Типа. Doom, как минимум, за которым я часов до 4 утра сидел всегда. С IDDQD. Потом, что еще? Блин, да много. У меня очень много любимых игр было на Денди, на той же. Слишком много. Так все прям не упомнишь.
Dangerous Dave был, нравился, да. Что Вася Хирос на подходе, тебе понравится. Нет, Васе надо в Sonic... Вот, вот точно, и Васе надо поиграть в Sonic Boom. Вот он там охереет просто. Еще желательно в мультиплеере, еще и на оригинальной... А, ну да, он, по-моему, эмулируется дерьмово. Лучше на оригинальной консоли, конечно, проходить. Doom не подходит, его Вася знает. Так, ну а что у меня еще в детстве было такое прям... Да мне что-то в голову как-то особо-то ничего и не приходит. Ну, на пеке, ну, Quake первые мы играли. Чужой против Хищника, естественно, играли. Она, кстати, была очень классная. Кого есть еще раз я там... Чужой против Хищника, ну, первая Квака. Ну, меня спрашивают игры, игры детства, типа. Gorilla War на Денди была клевая игрушка. Называлась Gorilla War. От СНК, прям такой мясной-мясной шутер по, про освобождение Кубы. Точнее, про кубинскую революцию. Да, там даже такое было. Iron Tank, вот, от Iron Tank Вася бы горел, кстати. Iron Tank, да. Причем мне она нравилась даже. Ты, а ты играл в Mortal Kombat 5 Вован? Вован? Нет. Вован. Ты не играл в Вована? Нет, в Вована я не играл. Ребята, мне кажется, нам надо курс молодого лососца устроить Васе, чтобы он поиграл в Mortal Kombat 5 Вован. Что за Вован? Почему Вован? Ну, потому что называется Вован. Это мод какой-то, что ли? Типа? Нет, это игра. Называется Mortal Kombat 5 Вован. Ля, давай, давай, короче, сейчас ты когда проиграешь, мы скачаем Mortal Kombat 5 Вован, и ты поиграешь. Ну окей, а ну то это тоже на Сегу, я так понимаю? Нет, это на ПК, на, работать будет. Там она маленькая очень, изи вообще. Ну окей, Джакал Гринберет. Вот, кстати, от Гринберет горело. Джакал была очень легкой. Джакал клевая игра. Пустыня лютая, конечно. Да, пустыня прям лютая. Вован. Вака, Вован. Из боксера московский криминалитет. Нет, в это я не играл. Блин, а где сейчас скачать Вован там нужно? А, вот Mortal Kombat. Может быть, не нужно? Нужно, не, ну нужно, нужно, ты должен. Блин, это myfiles.ru. Там уже файлов этих нет. Блин, а есть у кого под рукой Mortal Kombat 5 Вован? Мне кажется, у каждого второго в чате, судя по всему. Потому что все так кекают, сидят. Что-то все с этого. Знают просто классику, классику. Вован. Я знаю Doom 2D классику. А что за Mortal Kombat Вован? Вот, а вот как вот ты вот дожил до такого? Doom 2D он знает, а Вована нет. Ну. Да куда они же не подохнут вовсе. О. Бля, вот здесь классный саундтрек прям. В пустыне играет. Очень крутой. Не могу нигде найти. Классическая пустыня с торчащими костями. Ну да, кстати, в Аладдине на том же, на той же Сеге тоже были, была пустыня с торчащими костями. Все еще может в пустыне торчать. Ну да. Не деревья же, блин, в конце концов. Есть. Будут ролики про старые диски с играми. Слушай, не знаю, я бы что-нибудь такого бы еще бы сделал, но не вот именно, что опять какой-то диск разбирать. Я бы, может быть, какие-то бы хотел просто... отдельно старые игры повспоминать, может быть... Блин, что-то не могу нигде Вован найти. Это знак, Вася, это знак, это... Нет, Вован, ты должен попробовать Вован. Да ёп.
Все-таки игра немножко кажется деревянненькой, прям такой. Все-таки есть, как будто немножко не хватает какой-то мобильности персонажу. Темнеет. Блин, здесь погодные условия прям сделаны. Гори, гаденыш. Блин, он меня пузом сбил. Так, никто не нашел Вован, да? На Сеге была неплохая игра, Фантом 2040. Насколько помню, там около 20 концовок. Я даже не слышал о такой игре. Блин. Там мне и не нужно больше, в принципе, гномиков. Уже. Оу. Поэтому, Сен, там неохота обратно возвращаться в Трово, но ради такого мы уже ненадолго. Ну, видимо, скоро все на Трово уйдем, так что не переживай. На Трово нормально. Да? Ага. Мне вполне нравится. Да? Ну, хорошо. Говорят, там качество получше. Да, качество там реально лучше. Там качество реально лучше. Вот. Ну и, в принципе, по скорости там все получше. Битрейт даже, он позволяет побольше сделать. Есть. Подумаем на этот счет. Блин. Ну что, никто не может ссылку на Вованы кинуть? А, Бирюк, видимо, хочет кинуть, но ссылка не проходит. В чат кинь мне в Дискорд ее куда-нибудь там. Ну, ты же, наверное, есть у меня в Дискорде. Кинь мне в Дискорд. Куда-нибудь там ее. Или вон Дима сейчас кинет. Перекинет. Блин, вот эти вот козлы, причем в прямом смысле, что-то какие-то живучие очень. Тебе сказали, что эти козлы тебя накажут сейчас. Сейчас посмотрим, насколько. Это, Вася, на Туру меньше всякой мишуры, но качество реально получше. Но мишура это как раз, возможно, то, что естественно. Так, да вот, Никин, во, Mortal Kombat 5, Рус. Так, а, блин, вы мне скинули... А, вот альтернативная ссылка есть. Все, нашел. Да, я просто там... Первая эта ссылка, там, MyFiles. Вот. Возможно, вредоносный. Видишь, ты чё, Google, с ума сошел? Сам ты вредоносный, все равно продолжит. Это же Вован, ты чё? Мы не боимся вирусов, да, ради такого. Вован не боится вирусов. Где что-то? Воронка опять. На, блин. Не вставай больше, все, лежи. Лежи. Мне нравится, что при поиске МК5 Вован Google. А, МК5 Вован Google первым выдает видос Стоп Гейм. У нас был видос про Вована. Видос вряд ли был. У нас один раз мы стримили его 100 лет назад. Да и все идет по кругу в нашем мире. Блин. Тут реально, походу, есть блок, потому что она сейчас застопорилась так. Да задолбал ты, господи, меня, ну. Козла кусок. Оп. Да, то есть он тоже бодаться умеет, ну хорошо. Так, все, я нашел Вована. Все будет хорошо. Давай ты постримишь его. Не, да, поверь, там ничего страшного нету такого. Ты просто не знаешь, о чем говоришь. Ну вот, это и пугает. Да не бойся ты, что ты как девочка маленькая. Ну я сейчас в данный как момент и играю. Как маленький мальчик, ничего не бойся. Маленькие мальчики ничего не боятся, они ходят по стройке, блин, арматурой друг с другом дерутся. Вот и ты должен так. Сейчас я тебя найду. Что за Вован спрашивает? Меня тоже этот вопрос интересует. Сейчас, я тебя скинул в Дискорд, если что, Вован, а потом как проиграешь, короче, с тебя Вован. Всего 1 мегабайт? Да. Выглядит как какой-то Троян. Не Троян, а Вован. Ты вообще слушаешь меня или нет? Да, блин, что ты застряла, дурочка.
быть, вот так. Поверь, это ссылка из 2013 года. Даже если там трояд, его, блин, ловить умеют уже все. Он не поймет, что он делает в 10-й винде. Куда тут лезть? Ух. Блин, как классный трек играет сейчас. Футболку Соника вчера отжал. Я? Нет. А, это ты, блин. Да, я ж синенький. Твою мать! Называйте его Руся! Я думаю, вот же. У меня, кстати, еще есть Хуюмба. У тебя есть Хуюмба? Хуюмба? Да. Да. Есть? По-моему, есть. У меня вот есть Хуюмба. А ты можешь... Лучше это... Такую штуку всегда рядом. И лицо такое же делать. Да, сейчас. Рядом с ней. Только. Что это такое? Хуюмба. Вот, это Хуюмба. Так, оооо. Форди только в личку, если. Только в личку. Че такое? А, он там просит показать свою Хуюмбу. А-а-а. То есть такие вещи только в личку. Давай, давай, на-на-на. Русяич по личкам свою Хуюмбу показывает. Ну да. Типа. Нюц и ВЛС, вся фигня. Да. New CVLS, донаты под плеер. Да. А... Ух, как мне нарезали сейчас жестко. Да, блин. Ну-ка посмотрю, как тебя нарезали. Там сейчас так, мне, я прям так налетел на молоток смешно. Прям такой, на, я вообще, я вообще молотка не вижу, я вижу эти с двумя... Ну как они с молотками? Двусторонними. А, во, у меня только сейчас чуваки с молотками прыгнули. Неплохо. Мне там так просто на прыжке так нарезали жестко. И, по-моему, грохнули даже. Да ёпамать. Хоть кому-нибудь в итоге присылали? Что? Ну, мне нет, не помню такого, чтобы было хоть раз. А когда выйдет российский ответ OnlyFans? Он называется ВЛС. Мне кажется, надо было так назвать. Да-да-да. Просто было. Почему придумывают такое дурацкое название, типа Русграм? Да-да-да. Вот это вообще. Витязь Русич, вот это все. Что за нормальное название-то есть вообще? Или у нас только богатыри остались? Не понимаю из всего. Перунграм. Реально. vls.ru. Вообще отлично. Берите бизнес-идею, ребят. Ну, типа, серьезно. Глебу присылали. Да, мне кажется, он врет. Он никогда не показывал. А, Вась, спасибо большое за выпуск «Страшно вырубай». Правда, не вопрос. Почему Флинн давно нету в этой рубрике? Потому что Флинн из нее ушел. Не потому что какой-то у нас был с ним конфликт, не потому что мы что-то не поделили. Он просто сказал, что он в хоррорах не так хорошо разбирается. Все, что он про них знал, он уже рассказал. И пока что у него просто наигранности нет в хорроры достаточной. И он ими не так сильно увлекается, поэтому ну, как бы готов, если что, там с чем-нибудь помочь, но на поприще постоянного ведущего он сейчас пока нет. Есть. Да упади уже нахрен вниз, вот. Ну вот. Так. Шел драться с соседом, да, там. Были тут, были на кинологах у нас в тот момент. Да, я слышал. Вчера, а, позавчера? Да, да. Угу. Господи. Как хорошо, да, над тобой только голуби. Да, кстати, надо мной тоже. Хотя у нас, знаешь, типа, у меня рядом со мной стоит дом, он повыше, и его крыша на мою крышу свешивается. Ага. И иногда, особенно весной, ты сидишь здесь, и внезапно что-то ударило по крыше, просто снег упал с той крыши на эту крышу. Капец.
Зато, блин, как круто сидеть, когда дождь идет. Я так обожаю сидеть, когда идет дождь. Все заливается вот этим вот приятным стукиванием дождя по крыше. Mm. Ты, да вы романтик, Василий? Вот знаешь, со времен, с детства люблю дождь. На даче любил залезать на чердак тоже там и брать книгу и в дождь ее читать. Вообще было великолепно. Сейчас, блин, ни книги, ни дачи. Но дождь остался. Дайм редактора, что с Дауром? Когда уже четвертая часть есть финал? Слушай, не знаю, мне кажется, Даур там, по-моему, сперва должен... Точнее, должен. Хочет ремонт доделать, по-моему, себя, а потом уже истории финалки все делают. Ну, вообще, это довольно правильное решение, на самом деле, то есть... Ну, да. Да, просто... Проблема в том, что там нет соседа. В смысле, у Флина оказалось, что нет соседа или что? Нет, Флин же рассказывал, что к нему сосед приходил и попросил тоже не шуметь. Это снизу. А, это снизу. А сверху? Сверху. Сверху люстру сверлил. Угу. Флина нет сосед, да? Сейчас ВЛС кину. Ну давай. Да ё-моё, задолбались. Тогда это какая-то фазмофобия получается уже, если... Так, последний конт у меня пошел. Отлично, значит, скоро будет Вован. Последний конт. Так, налево или направо? А, направо, ну окей, пошли. Да, делать ремонт. Ремонт нельзя закончить, его можно только приостановить. Блин, я помню, знаешь, что раньше было какая-то передача. Блин, я не помню, как это называлось. Я помню, что там в ней передача про игры какая-то на каком-то 10-метровом канале. Я помню, что в ней была рубрика «Кряк», где, короче, какой-то пацан 12-летний рассказывал, как он крякает там какие-то программы, в черных очках такой сидел. Угу. Блин, как она же называлась, эта передача, вообще не помню. И там тоже они что-то рассказывали про апгрейд кампайн. Такие, ну помните, что апгрейд нельзя закончить. Можно только приостановить. Вот. Так. О, босс. Кря, не кря, а кряк. А, для тех, кто не в курсе, в воскресенье на стриме кинологов, на стриме Валь, человек-дрель сверху досверлился до нашей люстры, после чего она не... Моя попытка с теми поговорить, когда счет, никто просто не вышел, когда сейчас дверь. Сегодня мы звонили в ЖЭО, и вот тут вот нас ждал в квартире. Сверху никто не живет. Более того, у соседей наших... у соседей наших соседей никто не живет, то есть не могли сверлить даже в квартире по диагонали. Даже сомневалась, а не сочиняем ли мы часом, но извинилась, когда мы включили видео, где дрель сверлит так, словно у нас в квартире в голове. Связались бы, что я в квартире сверх, которая едет сюда прямо сейчас. Вставайте на связь, мы заразились видео с места инцидента. Ничего себе. Напоминает чем-то фильм «Владение 18», что ли, как российский этот фильм был, ужасов, который говнофильм. Не знаю. Любой. Нет, там именно было его тоже про новый дом, короче, про новостройку, и там про дом с привидениями, соответственно. Был какой-то недавно фильм тоже про это, но не русский. Кстати, а ты играл Devotion, игрушку? От создателей Detention, да. Это которую забанили, потому что там нашли Винни-Пуха. Самую? Да. Mm-hmm. Нет, не играл, но очень хотел. Вот я тоже пропустил. Потому что мне очень понравилась Detention от них. Вот, и я что-то прям посмотрел на Devotion, она вообще другая совершенно. Типа, ну очень разносторонние чуваки делают игры. Mm-hmm. Очень разные игры. Блин, меня кусает огромная птица. Я пинаю огромные птицы по яйцам. House of Detention, её посмотрите. Но мне ее подарили в Стиме недавно. Хорошая игра. Хорошие люди, хорошую игру. Да, подарили. Хорошие люди, хорошую игру подарили. Блин, какой он живучий, а? Да, я помню, кстати, вот этого чувачка. Вспоминается. Такой еще прям вообще накачанный. Ну. Вообще игра про Гачи Экс. Ты тут Гачи Орел. Гачи Грифон.
Гороферотор, ты абсолютно все правильно понял, потому что Golden Axe мы с Васей вторую уже прошли. Просто затащили, да, как боги. Ну вот, ну а как бы стрим все равно продолжается, поэтому мы почему бы третью часть не поиграть еще. Блин. Говна кусок. Настя, ты когда Флина в виске видел, в комнате температура не падала, серая не пахла. У нас там было слишком много. Чем там у фена только не пахло, там, скорее всего, запах плова перебивал все. Блин, какой он живучий, а? Просто капец. Флин, хоррор, он один внезапно падает, плюс соседи тищут. Что внезапно выяснилось? Да я уже ударил. Кошмар, на улице Барнаула, алтайский беспредел. Все, ну наконец-то. А, он еще живой. Это... This is not my final form. Nano Machine Sun. Проходил недавно МДР как раз. Mm-hmm. Такой он интересный. МГР классный. Да. Если только ты научишься парировать. Ну, конечно. Как только научишься парировать, сразу все так просто. Я бы сделал 2-минутный перерывчик, на самом деле. Хочу попить, налить себе что-нибудь. Давай, беги. Угу. Сейчас вернусь. Так это сливай. С нового прохождения мемы пошли. Мемы пошли еще до моего прохождения. Сейчас курить пойдет. Опять курить пошел. А почему он не замажет, например, себе это, чтобы оно вот было такое замазанное? Надо Вована смотреть заодно. Да посмотрим, посмотрим Вована. Я ему уже скинул, он готовится к Вовану. У вас свет понтовый, ну-ка, 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 что у него там за свет? А, ну да, у него там такой двух этого сторонний. А, Вася, на свече во что-нибудь играешь? Не, я ни в чё сейчас не играю на свече. Я даже там знакомым некоторые карики отдал. Как говорится, да, вот в этой среде карики отдал, чтобы они там развлекались. Уж проверили, то вдруг он не работает. Не, Вован работает нормально. Картридж, сам ты карики. Не знаю, все называют карики вроде сейчас. Сейчас придет, Васян расскажет, как правильно. Вопрос, а где золотой топор? Так вот же он. И уже распилили золотой топор. Барнауле, все соседи воюют, у меня прям война. Слушай, не знаю, я в Барнауле был один день, и мне хватило. Где Русяич? Русяич готовится к Вовану потихоньку. Там у него этот тренинг-монтаж происходит в этот момент. Давайте ему пока... Пока он тут, я музыкальную паузу обеспечу. Вылезай. Покажи хоть содержимое коллекционки, или ты уже... Так я уже показывал.
А еще там есть... Да, еще есть комиксы же в ней. Кстати. Сейчас. До стрима я тут тоже Васе хвастался, сейчас тоже покажу, пока Вася показывает. Так, где геймпад? Геймпад, иди сюда, ты что убежал? Я, кстати, играю на геймпаде от PS Classic, между прочим. Да, у еще меня... вот есть литографии вот такие вот. О. Мы сказали, сегодня они называются литографии. Типа, ну, такой на плотной бумаге. И комикс 96-го года. Май 96-го. Вот. Очень клёвый. Типа... Он еще... А, он цветной прям. Да, да, Я типа, я же этот... японизированный, короче, я привык, что комиксы, они черно-белые. Да, да. Там, видишь, вот такие крутые сюжеты, типа чух-чух, блэм, блэм, мух, тыщ, пух. Это все, и диалоги тут такие. Well, I do, and I think you are dead, 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 dead. Ha, was that, was that? Ooh, baby, I'm burning out of control. Вот такие вот. Ух, ах, рах. Великолепие. Прекрасно, вообще. И в конце кибердемона расстреливают. Как мы потом выяснили из игр, кибердемон не один. Да. Ну, у меня, короче, вот такая штука есть. Это автограф Джона Ромеро на карточке с Думом. Настоящий. Он с Комик-Кона привезенный. Это тот человек, который, короче, сделал только Doom, и сейчас, собственно... И больше ничего. И больше ничего. А, ну дай, подожди, как же, а как же Дайкатана? Вася, ну ты что? Дайкатана. Да. А Геннадий сколько? Блин, Геннадий, я не помню уже, где лежит. Как коты его уже загрызли, наверное. Палим. Я в 2016-го мне понравился больше тиранов из Этернала. Ну, в Этернале они немножечко... Они их, по-моему, понерфили в Этернале немножко. В Этернале они, мне кажется, знаешь, они, может, кого-то понерфили, но они вот столько вот ограничений ввели, что я согласен с тем, что есть... Проблема ближе к финалу, что тебе уже... сколько нужно? Не знаю, у меня такого не было, слушай, когда Eternal проходил. Слушай, не знаю, вот типа, окей, может к финалу это еще нормально, Eternal, но вот DLC это прям параша. DLC первая часть действительно никакущая, а вторая мне вполне себе доставила. Вторая, мне кажется, еще хуже, просто потому что они добавили туда вот этих вот противников, которые надо определенной пушкой, вот определенным модификатором, и они просто там уже накручивают, перекручивают вот эти вот все механики, чтобы типа глубины добавить. Ну, в итоге удовольствия уже не получаешь, и не дерешься тем, чем тебе хотелось бы драться, дерешься, чем тебе надо драться. Это не то, чего я бы хотел от DLC. А последний босс тебе как? Который хилится за счет себя. Этот душный, невозможно. Не сложный, душный именно. Ты прям долго бьешь. И... Да, он душный. Мне, что первое, что второе DLC понравились очень мало. Ну, типа я... Второе я могу сказать, что лучше, в принципе, чем первое. Потому что первое вообще такое никакущее. Но вот то, что они там навертели вот этих вот... А теперь у нас будет чувак, который тебя так сичит, и ты за ним теперь бегай. А еще у нас теперь будет чувак, который, там сперва броню ему сними раздень, потом определенная пушка это. А еще у нас теперь будет призрак, который у нас будет вселяться, и ты только одной пушкой его можешь. Ну, короче, не знаю. Будет усложнение какое-то совсем уж. Вася, вязаный покеболка, ты тоже сгрызли? Не, они не сгрызли, они и Геннадия не сгрызли. Я просто не помню, где он, где они обитают. То есть они где-то их таскают коты, или они у нас где-то... По-моему, они у нас в прихожей в этом...
в прихожечном ящике лежат, где там ключи всякие и прочее, и там от котов некоторых игрушек прячут. А сколько у тебя котов? То есть не они. Ну да, где-то они лежат, я просто не помню где. Вась, сколько у тебя котов? Двое. А, двое? Двое. Окей. Кот и кошка. Угу. Сколько уровней в этой игре? Что, мне кажется, она бесконечная. Может быть. Но у тебя все равно последний конт, так что готовься, скоро Вован придет к тебе. Ну блин, о, все, сдохли все, смотри-ка. Скоро конец, но я не побежду последнего босса, типа, потому как у меня последняя жизнь и последний конт. Ну, ты должен справиться. Не, вряд ли. Спрашиваю, а Дакимакура у тебя есть, Вась? Не. Меня, это, наверное, у тебя, может, спрашивают. Не знаю. Что? У меня-то жена есть, а вот у тебя, может быть, и Дакимакура, я не знаю. Я думал, мало ли, может, с Кодзимой. Меня? С Кодзимой? Дакимакура? Ну да. С Феном предлагают. Ну вот с Феном я бы не отказался, на самом деле, Дакимакуру заиметь в себе. Все. А, нет, не все. Нет, все-таки, Вася, это у тебя спрашивали, да. Ну, не. Там, куда мне Дакимакуру? Идите сюда оба. Она схватила двоих и мутузила коленом сейчас. Mm-hmm. Вот теперь все. Game over. Короче, пацаны, ща будет Вован. Давай распаковывай. Распаковывай Вована. Ну окей. Мне даже страшно представить, что это такое. Захват рабочего стола, наверное, надо будет сделать. Или захват окна там. Что это за хрень? Вован. Ну-ка. Господи, тут такие правила. Там пикать будет нормально. И... Так, ну ты на экран-то выведи нам Вована. Нет, сейчас, я пытаюсь. Минутку. Одну минутку. Захват окна, захватил Вована. Ага. Так. И долго оно будет так тыкать? Пока ты не начнешь игру. Но лу сперва выведи, а потом начни игру. Так, я вывел. Сейчас. Не появилось ничего, что ли? А, это потому, ну, я не знаю, у меня задержка. Да, потому что я молодец, да. Так, сейчас. Я только экран ниже опущу. Вот так. Давай, пали все, что у тебя на рабочем. Так, стоит. Да, я уже спалил все, что возможно. Ну, нажимай No. Ага, окей. Вот, и... ну... Щелкни мышкой на Ване, когда будешь готов. А-а-а! Блядь. Так, делай тише. Сейчас. Что делать-то? Жми на клаву. Ну, тебе надо нажимать кнопки, которые вон тебе пишут под Вованом. А, 4 стрелка... Да ты охренел, что ли? P4. Оно не работает. Аж... Не работает. Да и... Давай это, на нам клавиатуре. Ага, я понял. Во. Так. Давай, Синдел, королева Тверской против тебя. Должен справиться. Да ёпа-мать! Вот оно не всегда срабатывает, это нечестно.
Все честно, это самая честная игра на свете, давай. Game over, все. Давай, несколько, ты должен хотя бы по этого чуть-чуть пройти часть, давай. Да, аборт предлагают. Так, ну окей. Я не знаю, не против этого. 1/64 финала, блин. Давай, Синдел, Королева Тверской, ты должен ее победить. Какой идиот это придумал? Нормально все. Давай, Вован. Справишься. Вован и Васян. Смотри, как хорошо у тебя получается. Я победил. Победил. Так, то что, 1/32 должна быть, да? Джонни Кейдж, Филя. 1/32, да. Давай, попробуй Джонни Кейдж. Кликай на Вавана, когда готов. Да ну в жопу, Вась, ну это же... Что? Я доходил до 1/8. У тебя, видимо, было слишком много свободного времени, да? Нет. Нет, прям на эфире заходил. Там будет Скорпион, Человек-таракан. Я не могу в это играть. Чего ты не можешь? Клавиатура есть, все есть. Клавиатура-то давай. Есть. Ты должен как минимум дойти до забоя. Все, я умер. Эх. Ну ладно. Че поделать. Я дошел до 1/32 финала. И что это, ну, за, что это за хрень? Я имею в виду. Это Mortal Kombat 5 Вован. Ну, типа. Почему оно пикает Фуджин, постоянно? Фуджин пердун вон там. Я не знаю, почему оно тыкает. Ты что хочешь от игры, которая сделана была в начале 2000-х, а? Мне кажется, лучше бы мы играли в Golden Axe. Не знаю, мне кажется, народ очень рад. Я не вижу чат. Я очень сосредоточен просто на игре. Чат, ты рад? Напиши чат, ты рад? Чат, вам нравится, да, смотреть на страдания, чат? Не рад только Егор Фератор. Все остальные рады. Почему Егор Фератор не рад? Не знаю. Потому что Горы, наверное, будет здесь одним из твоих противников. Он боится, что ты до него дойдешь. Да какого хрена я нажал? Я нажал. Подождите. Не, ну я должен же победить его. Блять. Где F8? Вот, нет, уже все. Не, нахрен это говно. Нет. Слабак. Да, да, я такой. Что у тебя за игра I am Jesus Christ? Меня пригласили на бета-тестирование игры I am Jesus Christ. Это игра. Это не шутка. Она так и это? Это та, которая с роликом, где он рыбу там? И вот это... Я не знаю, я до туда еще не дошел. Я дошел только до второй главы. Вот, и я не могу в это играть, но она слишком недоделанная. То есть это альфа-версия. Вот, я дождусь конечного продукта, и тогда полностью вкушу уже геймплей весь. Ну, то есть геймплей там, правда, заключается в том, чтобы просто ходить. Ну. Как и в половине игр нынешнего поколения. Ну да. Я, кстати, чат обратно вытащу. Там у вас есть SSA2. Да, я вижу, что у него есть SSA2. SSA2 есть, да. У меня еще Apex есть, Киберпанк, есть Elden Ring. Final Fantasy 13. Блин, надо заставить Васю Final Fantasy 13 поиграть. Я интересно, играл в 13. Через сколько он сломается? Да там, блин, я устану раньше, чем сломаюсь скорее. Мне не понравилось чисто как игра. Удивительно. Ладно, что, я не знаю, у нас имеет смысл еще что-то. Да, ну мы поиграли, в общем-то, во все, что хоть даже в Вованов проиграли. А у тебя есть первый Golden Axe? Может, включишь его? Есть, 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 конечно. Сейчас, минутку. Минуток на 10-15. Конечно, черт, конечно.
Без проблем. Первая миссия — найдите крест. Нет, я думаю, это не первая миссия. Нет, это не первая миссия. Первая миссия — поговорить с Девой Марией. Так, ну я также тянку возьму, пожалуй. Да, конечно. А, не, во, это вот первый Golden Axe был на боссе. Да, первый был. На скелете вот эти вот выборы. Ты даже сюжет какой-то есть. Да, конечно. Анимация-то те же самые, как Dark Souls. С первой части тащится. Да не, они прикольные, фановые эти игры. В компашке, особенно под пиво, вообще нормально заходят. Так. Ну, мы можем, конечно, поиграть и в AMG Jesus Christ, но я думаю, что не знаю уже. Да нет. Это нужно отдельное, да, отдельный стрим нужен по этому делу. О, вот и гномики твои. Уйти мои гномики. Два. Я ему два раза нарезал с ноги. Ну, типа, она как одна из ранних игр для Сеги, она выглядит, в принципе, классно, на самом деле. Но не так динамично, как, например, тот же Соник, опять-таки, в то время был. Ну, ничего себе, ты сравнил. Они, по-моему, примерно просто одного времени. Соник, он даже внешне просто выглядит, как по мне кажется, лучше. Фига, меня завалили. Я, кажется, играл только в первый Золотой топор. Нет, я, видимо, в первый и третий только играл. Ну вот сегодня поиграл и во второй. Как прошел. Да, прошел, да, кстати. Да. С первого раза, first try. Да, ну, да, почти. Ну, почти first try. Ну, первое не считается, мы там просто как бы игре да. Пока там приноравливались, пока смотрели вообще, что к чему. По Вовану. Может быть, я задумываюсь об этом. Вован, блин. Это ведь кто-то это сделал, то есть это делал человек, понятное дело, да? Ну, конечно. Зачем? Ну, в смысле, зачем? Зачем игры делают? Ну, это даже игрой назвать сложно. Почему? Ты же играл? Я нажимал по две кнопки просто в определенное количество времени. Фига я тут. Ну и это сложно назвать было игрой. Блин, они так истошно орут, когда дохнут. Мне даже их жалко из-за этого становится. Все, первый уровень вообще на изи. Прошел. Вообще не говори. Прям только так. Правда, сдох. Два гномика, да. А, две бутылки, короче, из гномика выпадают. А, кстати, в этом, в Бестрайдер, по-моему, там, пока они просто не исчезнут, можно их молотить. Не-не-не, будет... их, по-моему, три там всего максимум. После разве? После третьей они сразу... Да, после третьей они не закусывают. И сразу уходят. Ну тогда во второй части какие-то мужики непонятные в рясах ходят вместо гномиков. Да, вот, кстати, ну, волшебники типа какие-то. Не, я тоже не понял. Вот голдуны ебучие. Да, я думаю, вот этот уровень пройдем, наверное, и как раз уже... Блин. Как раз уже континью закончится. Да, первый конт я кончаю как раз. Кам. Так, второй раз я сдох. Блин, соловей-разбойник, он реально похож на какого-то монгола. Гребаные монголы, хватит ломать мою стену. Блин. Давай вот так.
Блин, какие все-таки клевые анимации. Угу. Этой магии. Не подстать тому, что в Бестрайдере. Ну, кстати, да. Не, ну дракон там выглядит довольно это, эпичненько так, но все остальное какая-то параша. Вообще полная. Да. А, так директор пришел собрать деревню, сжег ее своей магией. Ну? Это притча. Да. Это огненный дракон. Пишет Алистер. На. Всем раздам. Балин. Стали бы в ремейк классических частей играть. Ну, я бы как-нибудь попробовал. Именно... Ну, нормальные ремейки. Да, не тот, который на PlayStation 2 был, да? Так, первый конт я, закончился. Честно, удивлен был вообще его существованием. Все удивляются, когда о нем узнают. На самом деле. Ну, и его не стоит, на самом деле, играть вообще никак. Потому что, ну, он прям говнище. То есть, серии Golden Axe не особо везет. Вроде в ремейке вроде музыка была клёвая. Музыка там, кстати, была норм, да. Но она там тоже не ощущалась прям совсем как Golden Axe уже. Она как просто какой-то битэмап, причем очень средней паршивости. Да еб. Блин, вот этот вот монстр с фаерболами очень неудобный. В смысле, у него довольно дерьмовенькая атака сделана. Ну и сам дерись тогда без него. Ну и все, да. Я поэтому его, собственно, выгнал. Это был мой план просто. Да иди ты сюда. На. Вот так. Ну, сейчас еще и первую часть затащим, да? И гномы похожи на Грибовича. Гномбовичи. Гномбовичи. Булетьяна, я не Булетьяна, я Булю Грибович. Вот это я прыгнул, сейчас было просто потрясающе совершенно. Да, да, это самая частая потеря контов. Это вот. Собственно, как и в Бестрайдере. Да, да. Как минимум одно место там такое есть. О, да. Я его нахрен на всю жизнь запомнил. Типа, то есть, типа, да, ну, то есть, кому-то в голову пришло, да, вот, наверное, это будет хорошая идея, если мы отодвинем вот прям вот настолько, чтобы вот буквально вот миллиметр был вот до приземления, короче. Вот это, наверное, было бы очень хорошей идеей. Кто-то, то есть, подумал и это сделали, понимаешь? Колотушники. Гномы-то за что скинул? Я случайно скинул. Я не хотел. Ох, блин, вот это опять меня навесили. Хорошо. Второй конт. Сколько их там еще? Еще, по-моему, один конт остался у меня. Они очень больно бьют. Называл их контики? Контики? Да. Нет. Я, товарищи, в Коте Феликсе называл почему-то их контики. Не, мы в детстве их называли континуя. Континуэ, понятно. Да. А, слушай, карики или картриджи? Картриджи. Мы называли картриджи. Сейчас как-то очень сильно форсят карики. Да. Сейчас это модно так их называть. Вот. Нет, мы называли картриджи. А некоторые из нас называли кассеты вообще. Ну, когда от кассет не оставалось ничего, кроме платы, называли, собственно, платками. Тест на возраст. Давай. Зачем нужна кнопка Scroll Lock? А, чтобы заблокировать этот... Блядь, как он... Опускание окна, ну, то есть, в этот пролистывание окна, по-моему.
Ну, близко. Я просто помню что-то такое, но я никогда в жизни ей не пользовался. Никто ей не пользовался, но она есть на всех клавиатурах, да, до сих пор. До сих пор. Это всегда, типа, вопрос такой задаешь, типа, зачем нужна кнопка Scroll Lock? Зачем нужна кнопка FN? Ну, FN-то понятно, это комбинация для всяких этих клевых штучек. Но вот Scroll Lock не знает почти никто. Просвети. Да еще Scroll Lock нужен? Да. Раньше, когда выводилось все в консоль, ага, у тебя печатается сверху вниз, и если у тебя не забинжено ничего, то у тебя, когда доходит до последней строчки, у тебя весь текст двигается вверх, получается. Ну, потому что тебе надо новую строчку остановить. То есть у тебя верхняя строчка уходит наверх. Да-да-да. Остальное двигается вверх, ты начинаешь писать на последней строчке. И все время пишешь на последней строчке. А если... Вот эти вот мужики со шлемами. Вот. А если у тебя скролл-лок, то у тебя, типа, прокрутка останавливается. И когда ты доходишь до последней строчки, переходишь на следующую, начинаешь опять на первой. То есть у тебя затирается первая, но ты опять сверху вниз начинаешь идти. Вот это. Для чего? Ну, типа, смотри, сейчас DOS-то все равно есть, поэтому, соответственно, и кнопка на клаве есть. Где-то какие-то команды в DOS-е все еще выполняются? Ну, может быть. На авиабилет, например, продавали у нас в аэропорту. Программа по учету на DOS-е работает. Как я знаю. Кнопка забой. Забой, ну-ка, давай. Подожди, забой. Я где-то это говно видел. Так, подожди, я пытаюсь вспомнить. Забой, забой, забой. Я, по-моему, это где-то в какой-то игре видел, эту хрень. Забой. Бакспейс, по-моему. Опять Вован. Мана строка все еще актуальна для терминалов. Да понятно просто. Просто для таких прям совсем там геймерских клавиатур. Такой. Я на заводе, где работал, там внутренняя прога завода тоже на DOS-е работает до сих пор. Да и не удивлен. А это циркумфлекс, что такое? Циркумфлекс. Это, по-моему, слэш же, нет? Нет. Еще две попытки. Тильда? Нет. Я не Она помню. Она же тильда. Да, последний шанс. Что такое циркумфлекс? Циркумфлекс. Треугольная скобочка? Ну, можно сказать и так. Только какая? Так, ну если это флекс, то правая. Да, есть. Пускай будет правая. Нет, верхняя. Я так и думал, что верхняя. Это крышечка. Угу. Она же циркумфлекс. Вот сказал бы степень, блин. Я учился на на физико-математическом. Ну, то есть знак степени, вот. Ну, я же говорю циркумфлекс. Ну, вот именно. Да, блин, скелетина. Эти наушники норм, без задержки работают на компе. Ну, я задержки сильно не замечаю в них. Может, там для каких-нибудь этих самых киберспортивных боев, где надо слышать шаги там и выстрелы, может, оно и без задержки, но для сингловых игр и общения в чате. А, у тебя эти блютусные, что ли? Да. А. Ну, эти Соньки, которые типа все хвалят. И я в том числе. Очень клевые. Game over? Мы умерли. Как раз 5 минут до конца, так что идеально. Да. Ты просто идеальный. Да. Я могу так, да, я умею. Блин, что означает этот strength? Что же оно все-таки значит? 36,7, нормальная температура. Температура, да. Как легко. Вы можете что угодно говорить, можете... Про мужчин это, но вы никогда не знаете, какую боль ощущает. Ну, женщина никогда не узнает, какую боль ощущает мужчина, когда у него температура 37,2. Да. Нет, это правда. Это абсолютно истина. Да, да. Вы просто не представляете. 37,2 это все. Это все. Да. На этом можно заканчивать. Да, на этом, наверное. Собственно, на этом будем заканчивать, ребят. Спасибо большое, что пришли. Сейчас проверь, там не приходило ли нам. Да, глянь сразу. Нет, ничего не приходило.
Ну и ладно. Да. А мы тогда пойдем отдыхать. Спасибо, да. что пришли, спасибо, что смотрели. Смотрите разбор полетов, смотрите другие эфиры. Сегодня он идите еще посмотреть «Страшного Рубай». Там угу. про одного никому неизвестного, но очень интересного японца, который творил охеренные вещи. Просто крутил индустрию как мог. На всем, вот. На чем возможно. Да, увидимся. Все. До скорой. Всем пока-пока. Спасибо, что пришли. Пока.